Это крот в капкане. А Паля посмотрела и никаких. А шарик сразу давнула. Такие кущи прямо у шарика. Под конуру подкопал. Воробей залетел сюда. А я ночью-то выходил на молитву. А вышла черная, эта дверь наружная-то заперта. Как она носится? Что же она так носится-то? Оказывается, воробей летает. Я думал, что моль. Вот такие события. Сегодня у нас 30 августа 2024 года, пятница. Пусть как роет быстро. Только капкан у него можно как-то избавиться. Довольно большой. Это не мышка, а как котенок маленький. Крот подкопал прямо под конуру. И кота увезли туда он шарикой. Он, Володя, за ним побежал. Ну и везде капканы расставил. Вот он бежит. Вот он сейчас придет. Подожди. Так, 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 сейчас смотри. Он подойдет. Так. Все, перекусил. Пошел. Ничего не боится. Настоящий воин. Вот патриот нашего огорода. Все, можно ногами это... Подведи вот туда, прицепи на цепочку. Не-не-не-не-не. Туда его отведи, а там уже снимем. А то он сейчас с ним рванет куда-нибудь. Вот он. Норку уже сделал. Во. О, теперь на той канету надень. Далеко не пускай его. Давай. Сейчас мы. Вот он где. Капкан, держи-ка, снимай. Так, опа. Стой, 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 не допускай, верни назад его. Верни назад. Ну туда пройдите, да и все. Че? А, вот он где. Все, он его давнул, и больше нет еще. Он с червями, они невкусные, они не едят его. О! Как патриот нашего огорода. Ну еще, ну-ка, сейчас попробуй взять его. Ну-ка давай. Пошел, все. Сейчас себе затащит туда, под подушку положит, чтобы она... Что там? Там уже за... закрыл он одного. Вот учат, как их поймать, то другое, это вредное очень. Вот у нас сколько они погубили, свеклы, морковь, там куча на куче, и здесь он огромный. Все, лежит, все, мы свободны, поехали.